Алексей Степанов, капитан команды SAP. Сегодня игра у нас немножко не получилась. Первый тайм продержались отлично, открыли счет. А во втором тайме, конечно, подсели физически. В конце игры это, конечно, сказалось. Пропустили последний, второй мяч на последних минутах. А чего вы ожидали от сегодняшнего матча? Что оправдалось, что не оправдалось? Мы изначально планировали построить игру от обороны. Хотели... отсидеться сзади, забить голы. Состоялся первый удар по мячу. Но не смогли, не хватило. Я всех поздравляю со стартом турнира непосредственно на полях. Всем удачи, ждем забитых голов. Это как сбило с ритма, и в конце тоже пропустили гол с углового. А какие вообще в целом ощущения и мысли, и какие ожидания на ближайшее будущее? Нам главное стабилизировать свою игру, то есть хотя бы, чтобы получались осмысленные атаки, чтобы в обороне не было пожаров. И уже после этого можно говорить о развитии. А может быть, вы кого-то хотите отметить из игроков своей команды? Все боролись, старались... выделил. Все линии хорошо сыграли, только немножко не хватило в конце. Так весь матч неплохую игру показывал. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.